касаешь пола? Да, не касаюсь. А, это ты сказал. Фил, бей! Посадка, вот, не нужно вот так вот ножки ставить друг к другу, одно и то же говорю, 15 лет мальчику. Шевелите, что ты в ступор попадаешь? Раз, два, три, четыре. Закончили. Руками, руки независимо от ног. Руки не привязаны к ногам, руки свое делают, ноги свое. Папа тренируется. Низкого прессинга дружки у нас главный весу перед собой. Дружку держим. И так до конца. Один раз? Да, да, стоп.
касаемся с одной, с другой. Вообще будет фигня. Или надо прямо. Вот, ну нормально получается. Раз, ну давай. Да нет, ты просто касайся. Касайся. Не заходи ноги за себя. Хорошо. Пять. Хорошие такие глубокие, чтобы у вас было вообще ниже уходить. Ниже. Лучше постарайся, да, чтобы у тебя локти вверх уходили. Лучше вниз. Воркаут. Каждый день Максим вышел во двор, занимался. Каждый день. Представляешь, что с тобой будет? Через